Редакция Newsroom 24 получила свежий экземпляр новой интереснейшей книги издательства «Кварц» «Наш Кулибин», посвященной нашему земляку, механику-самоучке и изобретателю Ивану Петровичу Кулибину. Это издание предназначено для детей среднего и старшего школьного возраста, которым предстоит узнать о жизни и творчестве великого нижегородца. Книга иллюстрирована рисунками художника Евгения Плотникова, дизайнера издательства «Кварц». Корреспонденты Newsroom 24 решили выяснить, сможет ли нижегородская молодежь узнать Ивана Кулибина, взглянув на его портрет. Студентам политеха, иньяза Высшей школы экономики и речного училища имени Кулибина были представлены фото инженера-изобретателя Павла Яблочкова, литературного критика Николая Добролюбова, составителя толкового словаря Владимира Даля, среди которых им предлагалось найти изображение известного земляка. Хотелось бы вас попросить опознать среди этих фотографий Кулибина. Вот это. Вот он. Да, вот это. Ну, допустим, вот это. Все он будет. Возможно, вот он. Это точно нет. Хотелось бы вас спросить, кто на данных изображениях Кулибин? Вот, это Добролюбов. Так, это я не помню, Даль, по-моему. А вот это я не помню, к сожалению. С заданием справились только четверо опрошенных. Неверный ответ дали преподаватели политеха. Такие неутешительные результаты опроса показывают, что книга издательства «Кварц. Наш Кулибин» очень своевременна и полезна, ведь нижегородцы не должны забывать своего великого предка-изобретателя.